Всем привет, это русская редакция Олег Медиа, и сегодня мы хотим вам рассказать об очень интересном новом проекте. Это школа наставников для репатриантов, то есть для тех этнических армян, которые решили вернуться на историческую родину по тем или иным причинам. Первый сбор проходит сегодня здесь, в центре репатриации и интеграции. Это совсем новая структура. Она создана на условиях государственно-частного партнерства, то есть само здание – это частная история. Ну а вот наполнение, чиновничий аппарат и все прочее – это уже с подачи государства. Сейчас спустимся, посмотрим и со всеми познакомимся. Здесь у нас ресепшн планируется. Вот будет специалист, да, который будет встречать гостей. Здесь как бы такое поле ожидания. И вот в формате open space люди приходят. Любой свободный специалист может проконсультировать, предоставить помощь, рассказать, ответить на вопросы и так далее. Вот у нас такие блоки. Мы только открылись, да, поэтому не всем еще известно про наш центр. Потихоньку вот анонсируем. Выдаем информацию, запускаем это в соцсетях и так далее. Но люди приходят, довольно много людей уже появляется у нас на самом деле. Приходят с проблемами оформления своего статуса de jure здесь, да, то есть это оформление либо на жительство, либо гражданство получения, либо получение паспорта, восстановление гражданства, либо получение прав на вождение, то есть вопросы абсолютно разные. Как обустроить детей в детский сад, в школу, даже в учебное заведение и так далее. Эта программа волонтерская, то есть стать наставником может любой желающий. И что для этого нужно? Давайте чуть подробнее об этом поговорим с авторами проекта. Идея возникла из личного опыта и из опыта общения с нашими соотечественниками, которые обращаются к нам. Потому что центр оказывает юридическую помощь, все в рамках регламента государственной службы, которая закреплена за офисом диаспоры и центра. И мы поняли, что людям нужен человек, который на своем языке, на простом все объяснит, как вот здесь что сделать, лайфхаки какие-то, как поликлинику найти, как, где легче и дешевле сделать перевод, куда в футбол сходить поиграть, где можно вкусно поесть. Первый пилотный проект будет для русскоязычных, так как по объективным причинам их больше всего в Армении сейчас. Никаких ограничений нету, помимо того, чтобы человек был совершеннолетним, дееспособным и имел желание быть полезным. Но мы ко всем открыты, вне зависимости от того, каких взглядов человек, каких убеждений, политических, религиозных, это не имеет значения. Сегодня первый организационный сбор, вот он там проходит, не будем мешать людям придумывать всю эту историю. Там собралось 9 человек, но вот с одним из потенциальных наставников я все-таки поговорил. Почему решили ввязаться в эту историю? Вы знаете, я здесь уже год и хотел бы просто помогать бескорыстно, потому что помощь, она волонтера, она должна быть бескорыстной, она должна идти от души. И если у человека есть желание помочь, и он здесь, мне кажется, это благое дело. У вас жена армянка, вы вместе с ней приехали, живете здесь. Как вам кажется, чему бы вы могли научить тех, кто придет к вам? На курсы, на общение, даже не знаю, как это назвать. Знаете, я, наверное, мог бы им помочь адаптироваться на каких-то первых порах, как новичок, скажем, на этой древней земле. Часто люди не знают элементарно, куда пойти, где можно организовать какой-то, не знаю, круг общения, куда пойти, например, в кино. Многие приезжают и сидят дома. Вот. Или кучкуются какими-то маленькими группами, потому что они вот как бы в одной тарелке оказались. А на самом деле это не совсем правильно, потому что когда ты приезжаешь в страну, ты должен впитывать в себя ее культурный код. И здесь мы как раз для этого, чтобы помочь. Еще одна немаловажная деталь. Самих будущих наставников тоже будут учить, причем будут учить профессиональные психологи. Мы хотим помочь им контактировать с репатриантами, хотим показать им, что они не являются спасателями, что они помощники, наставники, но вся ответственность лежит, конечно же, на том человеке, кому они помогают.
и хотим просто быть рядом, потому что это что-то новое для них. И если вдруг у них будут какие-то сложности или вопросы, то мы всегда будем рядом и будем помогать. Ну и в завершение еще раз хочу напомнить, что это своего рода стартап, такой волонтерский стартап. Как в него попасть, как стать его участником, все ссылки есть в описании. Вот QR-код на экране. Заходите, смотрите, вам будут только рады. Ну а я напоминаю, что это русская редакция Олег Медиа. Делитесь ссылками на это видео. Вдруг кто-то захочет стать наставником. Ставьте лайки, это тоже помогает продвижению видео. Ну и подписывайтесь на наш канал, потому что у нас очень большие планы.